номер 1315, отель «Восход», метро «Владыкина». Номер состоит из двух комнат, так и вот прихожие. Номер люкс двухкомнатный. Здесь такое зеркало, шкаф с большим зеркалом. Сейф, графин, чайник, стаканы, холодильник. Здесь висят халаты. Кресло. Какой-то вот сервант. Там стоят фужеры, рюмки. Ножик, вилка, чашка, чайник какой-то заварочный, наверное. Также входит сахар. И что-то тут. А, и чай черно-зеленый. Здесь еще одно кресло. Такая вот картина на стене. Кресло, большой телевизор. Телевизор Philips. Зеркало, телефон, пульт управления кондиционером. Их два в этой комнате и в другой. И вот такой диван. Нормальный, неплохой. Столик журнальный типа. Стул, кресло. Вот такой. 13 этаж. Вот такой вот вид из номера. Напоминаю, номер люкс двухкомнатный. В отеле «Восход». Ковер постелен на полу. Под ковром ламинат, если не ошибаюсь. Дверь вот здесь закрывается, чтобы изолировать комнаты. Свет есть. Это вторая комната спальни. Также есть здесь дверь. Еще один стульчик. Кондиционер. Уже второй. В каждой комнате есть кондиционер. Такой же вид из окна. Здесь уже на полу постелен ковролин. Там ламинат и ковер, а здесь ковролин. Большая двуспальная кровать. Кровать, кстати, нормальная по жесткости. Над головами бра висят, картина. Также потолочное освещение, люстра. Прикроватные тумбочки. Вот такой вот столик с зеркалом. Он, наверное, для женщин больше подходит. Столик и зеркало, чтобы покрасить лицо. Вот такой вот двухкомнатный номер люкс. Сейчас покажу еще ванную комнату. В ванной комнате у нас в светлых тонах, светло-бежевый. Ведро под мусор. Бумага туалетная вот в такой фигне. Первый раз такую вижу. Полотенце написано. «Восход». Полотенцесушитель горячий. Фен. Не работает. Короче, фен не работает. Или, может быть, я не все кнопки нажал.
Также здесь есть зубной набор, паста, щетка, гель для душа, шампунь, мыло есть, небольшая ванная, хотя нормального размера. Здесь есть вот даже водонагреватель, это на случай, наверное, если воду отключают. И обычный смеситель стоит с лейкой. Вода, кстати, есть тут. Вода есть. Вот такая вот шторка. Раковина, умывальник, унитаз. Работает. Вот такой вот номер люкс, двухкомнатный. В гостинице «Восход», метро Владыкина, Москва.